Соревнования, посвященные герою России капитану Александру Калинину, приурочены ко Дню гражданской обороны и прошли уже в пятый раз. Среди организаторов и судей были сотрудники ПИТРГУ, Росгвардии, МЧС и ДОСААФ. Цель спартакиады – популяризировать здоровый образ жизни и подготовить молодых людей к будущей военной службе, помочь ребятам развить командный дух и сплоченность. Ребята из года в год тренируются, они принимают там не более из дисциплины командные, например, историческая викторина, где нужно, как скажем так, коллективные ответы давать. И есть и РХБЗ, то есть химическая подготовка, где нужно тоже именно с командой. В этом году были заявлены рекордные 14 команд. Участники соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, преодолении лыжной полосы препятствий и многом другом. Одной из самых зрелищных площадок соревнования стала туристическая полоса препятствий. Студентам необходимо было в быстром темпе преодолеть 4 этапа. Они пролезали через петли, держали равновесие на бревнах и канатах и даже перелетали через воображаемое препятствие. Веревочная полоса мне очень понравилась, ребятам тоже. На вид она очень простая, на самом деле нет, было тяжело. Вот, так ощущение классное, мне все понравилось. Награждать победителей будут позже. А пока все участники спартакиады не только хорошо использовали и провели время, но также получили новый для себя опыт и знания. Никита Гущин, Александр Борисов, служба новостей.